добрый день. Начинаем маленькое такое путешествие по Пскову. Я с компанией Маруси, со своими друзьями, ездил туда. Действительно хорошие места. И были мы в Свято-Троицком кафедральном соборе. Строили его с 1682 по 1699 годы. Строительство было осуществлено по поручению Ольги. Но сначала был деревянный храм, он горел, обрушивался. Но в результате в 1699 году строительство современного здания было завершено. Это православный храм, кафедральный собор Псковской епархии. Входит в ансамбль Псковского Кремля главным строением. Входит в состав архитектурного ансамбля, является главным строением. Говорят, что когда-то урожденная здесь великая княгиня Ольга вышла в центр поселения, которое это было очень давно, в 1957 году, вроде бы. Вот, и она увидела, что пересекаются три луча. Ну, как раз они пересеклись в этом месте. И поэтому она дала команду, здесь строили этот собор. Интересный собор. Я обычно внутри не снимаю, потому что себя не очень удобно чувствую, там люди моются. Но я был внутри собора, как раз попал на службу. Очень мне как-то было по душе, по сердцу находиться внутри. Вот примерно так я вам показал. Приезжайте в Псков, там очень много интересного, очень много различных церквей. Те, кто любит фотографировать, тоже очень понравится, наверное. Все, всем пока, всем привет.